GetFun на связи. В этом обзоре расскажу, в чем особенности нового линкора Италии Марко Поло, чем он лучше веточного Лепанто, и покажу его в бою. Учитывая, что этот кораблик в данный момент является единственной альтернативой спорной Померании, и плюс к тому, что он распространяется за уголь, думаю, многие из вас уже подумывают об его покупке. И если я угадал, и вы рады, что обзор выходит практически сразу после появления Марко Поло в продаже, ставьте лайк за актуальность и напишите комментарий в знак поддержки. Мне это очень помогает. А теперь к делу. Ключевым преимуществом Марко Поло перед итальянцами, да и перед той же самой Померанией, которую вы планировали, возможно, купить для фарма, это артиллерия. Тут установлены 406-мм стволы вместо 380-ок. В чем ключевое преимущество? Ну, все просто. Более злые, тяжелые снаряды, пробивающие больше брони и выходящие в рикошет при более сложных условиях. Проще говоря, крейсер, который уходит от залпа Померании и находится сейчас в маневре, возможно, получит либо пачку рикошетов, либо весомую оплюху где-нибудь тысяч на 10 и более. Другими словами, 380-ки сложнее реализовать хотя бы потому, что противнику проще законтрить бронебойный боеприпас этих стволов ответными действиями. Так что, с вашего позволения, уже в этот момент, на этом этапе, я дам Марко Поло бонусный балл, после чего введу в сравнение все остальные линкоры 9 уровня. И тут уровень восторга, конечно, будет не так чувствоваться. Скорострельность у этого линкора чуть ниже среднего показателя по больнице, потому Марко Поло не назвать линкорным автоматом. Сигма 1.8, потому залпы летят, ну, не намного кучнее, чем у большинства. Так что Поло тут не выглядит снайпером, скорее классическим линкором. Но благодаря наличию полубронебоек, этот линкор выглядит более комфортным кораблем, если речь идет про нанесение урона противнику, который не торгует бортом. Пробивается до 102 мм брони. И вы отлично будете раздавать урон через обшивку линкоров и даже через бронепояс многих крейсеров уровня. Это то самое вкусное нечто, которым обладает Поло, но чего нету у Лепанто. Итальянские 380-ки я во всех своих обзорах новой ветки ругал именно за неопределенность, им не хватает пробоя по крейсерам. Ну а у Поло показатель пробития находится ровно на том уровне, чтобы этот досадный недостаток превзойти. Большая часть крейсеров будет получать в ромб пробития, а некоторые даже цитадели, если встретят наши полубронебойки. При этом замечу, что и точность, и сила залпа Поло примерно на уровне остальных линкоров 9 уровня. И получается, что законтрить именно этот корабль правильными ответными действиями заметно сложнее, чем Померанию или тот же самый Лепанто, который на фоне Марко Поло выглядит жутким казино, где вы рассчитываете только на разброс, а не на собственное умение правильно целиться. В итоге, и тут тоже приходится выдать новому прему две бонусных звезды. И не потому, что я какой-то там продажный блогер, а потому, что тут по цифрам действительно все рассчитано очень даже хорошо. И этому кораблю гораздо легче, чем немцу, реализовать свои и бронебойки, и полубронебойки. И именно поэтому этот корабль получает лучшую, ну точнее даже сказать не то, что лучшую, а более стабильную эффективность во всех своих сражениях, что является, на мой взгляд, преимуществом. Недостатки, конечно, тоже есть. Вы же, наверное, помните, что полубронебойки линкоров бесполезны по эсминцев. Против этого класса вам помогут только союзники, ведь полубронебойки будут давать урон, соизмеримый сквозняку. Против других классов замечу, что полубронебойки дают и рикошеты, и непробитие при разных условиях, и при этом не оставляют пожаров на палубе противника. Ввиду чего наносить урон этим боеприпасам по защищенным местам корабля невозможно, и поэтому могут возникнуть проблемы с добиванием изрядно потрепанных противников или хорошо бронированных как Кремля. Такие цели чаще всего на других линкоров мы дожигали пожарами, тут вариантов просто нет. Важный момент этого линкора еще и живучесть. Тут есть ряд неприятных новостей. Бронепояс Поло не представлен на носу, так что в нос он от души принимает от Ямато, а при постановке ромба может огрести и от товарищей с меньшей артиллерии. Так что продавливать на этом линкоре фокус не рекомендуется.
Запас живучести ниже среднего, что тоже для линкора звучит скорее минус, чем плюс. Но при всем при этом, все не выглядит так уж плохо, и в отличие от французов, тут есть высокий бронированный борт и есть бронепалуба, так что фугасы большинства крейсеров этот корабль выдерживает и не получает так много прямого урона. При этом Пола имеет близ лидерские показатели незаметности, всего-то на километр он светится хуже Леона британского и имеет конкурентные показатели подвижности. В итоге получается, линкор очень приятно чувствует себя в тактике прикрытия и фланговых атак, откуда в борт он и карает своих противников, ну а если получает фокус, может отсветиться. Конечно, дальность стрельбы тут всего 19 км, так что нюхать порох вам придется, и перевешивать с фланга на фланг линкор просто не умеет. Но при этом у Пола есть корректировщик, что немного несет сглаживающий момент. Из нейтральных характеристик отмечу ПВО, которое тут в принципе средненькое. Мощь есть, а дальности нет, потому надеяться на него не стоит. Авик вас будет воспринимать как потенциальную цель, но при этом заходы не будут бесплатными, и не исключено, что вы авика тоже потрепите сильно. ПТЗ находится на минимальном уровне в сравнении с другими линкорами, так что заигрывать против эсминцев не стоит, есть шанс его уничтожить. Пользуйтесь, ведь в ином случае эсминцы способны вас больно наказать. И да, тут нет дымов, что невыгодно отличает Пола от веточных итальянцев, но если меня спросят, что лучше, точность или наличие дымов, то я без раздумий выберу точность для классического линкора здорового человека. А что выберете вы? Пишите в комментариях. По раскачке перед нами билд незаметного линкора через меткость. Подробно объяснял этот выбор в недавнем обзоре веточного линкора 7 уровня. Если не видели, то рекомендую глянуть. Сейчас же просто скажу, что ПВО перк я взял на сдачу, когда все основное было уже взято. А отсутствие противопожарки объясняется тем, что мы пропадаем из-за света при намеке на опасность выжигания, благодаря хорошей маскировке. Покажу конкретно, как это действует в бою. За счет этого параметра, кстати, мы и бонусом получаем почти всегда точность от меткого. В модернизациях я беру защиту от пожаров, маскировку и дополнительное улучшение ДПМ и точности артиллерии. Варианты тут почти бесспорно важные в своих слотах и не имеют альтернатив. А на этом с портовым обзором кажется все. Если что-то забыл, обязательно укажите это в комментариях. Ну а теперь отправимся в бой, чтобы посмотреть, на что способен этот корабль в боевых условиях и поговорить про его тактические преимущества. Но перед этим, пожалуйста, прожмите лайк и подпишитесь. А еще активируйте колокол, если хотите дальше смотреть интересные видео про игровые кораблики. Если говорить про тактику и анализ этапа, отмечу наличие в этом бою сверх линкора Мусаси. Корабль, который будет способен достать мне существенные цифры урона прямо в нос. Так что если на фланге будет Муся, мы не идем в исключительную агрессию. Также в этом бою есть достаточно много эсминцев, с которыми мне не хотелось бы оказаться в дуэльном бою. Ну и это бой я все-таки с десятыми уровнями, где есть злые выжигатели. Тундра тоже имеет возможность нас и нафугасить, навыжигать, и линкорными бронебойками дать боль. Так что в этом бою четко мы должны представлять и точно понимать, что мы можем сделать. Мы можем хорошо играть в поддержку, мы плохо играем в игру от фокуса. То есть если нас зафокусят, мы отправляемся в порт. Так что давайте уровень осторожности здесь отметим как чуть-чуть повышенный. То есть не будем мы совсем уж ныкаться где-то вдалеке. Броня у нас худо-бедная есть, но и совсем уж упарываться в агрессию я не вижу смысла, ибо есть в этом бою много злых противников. По направлению давайте, наверное, приму участие вместе с Венецией с продавливанием вот этого направления. Халланду я доверяю. Я надеюсь, что Халланд понимает, как играть на этом эсминце. А Халланду уничтожить будет очень сложно. Да и свет от него, скорее всего, будет гарантированный. Он просто не сможет прыгнуть в дымы. И тут, кстати, как раз сразу же тундра. Ух. Плюс Зао. Будут жарить нас сейчас, пацаны. А я, как назло,
видимо, все в бронепояс отправил, все свои полубронебойки. Попытка номер два. Уже чуть приятнее, но главное, что, друзья, мы вышли из-под фокуса, из-под эсминца. Также давайте подумаем, что мы, можем в этом бою показать дальше. Повоюем, видимо, не с тундрой, повоюем с Зао. А, нет, стоп, какой Зао? Тут у нас демон носом. Отправляем полубронебойки по его душу. И получаем вполне себе вкусные 10 тысяч домашки. Не, бронебойки, может быть, в ромбо достали бы цитадель, я ничего не говорю. Но полубронебойки, в чем их сила? В том, что это безусловно, сильный вид боеприпаса. Вы не получите максимальных цифр урона, какие могли бы достать. Но при этом и не получите обидные сквознячки. Ну, еще 10 тысяч. Тут просто стоим носом. Наверное, буду даже готовиться к отступлению вот к этому островку. А вот этот вот товарищ, кстати, нам и испортил начало боя. Конечно, мы дадим сейчас ему, скорее всего, урон мизерный сквозняками, но вы же понимаете то, что желание сломать хотя бы немножко напрячь, сломать игру эсминцу, хотя бы немного его напрячь, оно всегда необходимо иметь в виду, если вы не хотите оказаться потом в дуэли против эсминчика. Кстати, я, к сожалению, видимо, зря на Халанда поставил. Его что, что-то его расстреляли, это плохо. Сдается мне, что продавливание на этом фланге, в общем-то, продавливание на этом фланге закончено. Тушимся. Два пожара, знаете, как-то не больно хочется гореть. Сент-Луис пытается показать то, что, ну, он знает, что идти бортом нет смысла к нам. Дает ромб, но, к сожалению, просто промахнулся. А еще одного шанса у меня просто на нанесение урона не будет. Поторопились, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Ситуация немного печально выглядит. Давайте, Зао идет слишком нагло. Не зря я взял перезарядку ускоренную. В конце концов, в такой проекции грех полубронебойки кидать. Тут надо цитаделить, тут надо убивать. Прям, слушайте, стишком сказал, но не добил. Но все равно достаточно сильно получилось. Зря Зао подставился.
Очень, знаете, аппетитно стоит сейчас демон с моего ракурса. Давайте шлепнем сюда бронебоек немного. Ох ты, ничего себе. Ох ты, рикошет. А почему он, кстати, не пошел назад? Я думал, то, что он меня увидит, пойдет назад. А он стоит. Стоит всем бронепоясом. Ну, пошлите сразу под носовые башни. Дадим ему залпы, отправим товарища отдыхать. Почти что. Слушайте, у меня прям какая-то это... мания оставлять противника, который подставился. Ну, последний шанс такой. Последний шанс, ну для галочки. Естественно, демон, который весь бой не пытается отсюда уйти, он отсюда и не будет сваливать. Но... ну, в общем-то, шансы я ему давал какие-то. Жалко, Ямато добил. Так, поехали вперед. Захват точки, к сожалению, прошел без моего участия. Вынудила меня норка отодвинуться назад. Но, знаете, просто бортом не хочется ловить. Да вот были же заряжены стволы на полную. Почему? Почему сейчас при перезарядке на полубронебойке опять приходится ждать целый? О, ничего себе, Тирпес неплохо разменялся с Мусей. А, заряжаю сейчас полубронебойкой, потому что вот тут вот сейчас есть все-таки какие-то шансы, то, что там что-то зарикошетит, что-то пойдет не совсем так. А, вот в плане полубронебоек, я думаю, что мы сможем нанести существенный урон в любом случае. То есть 13 тысяч это неплохо. Угу. Норка еще немного подхилился. Ну, чтобы точно... Хотя нет, его обратно спустили по живучести. Смотрим, точно выцеливаем. Шанс на второго залпа... Ах! Ну, цитаделька, да, на 4000 какая-нибудь, да? Наш... Ну, в общем, в этом плане мы могли сейчас и 100 ему тысячи нанести. Хотя нет, 100 не могли, в нем просто столько нету. А, но суть, я думаю, вы понимаете, да? То есть мы сейчас дали бы ему полный залп цитадели, он был бы больше, более существенен, чем 13 тысяч. Но это реально парень подставляется. Так, казалось бы, да, мы под выжигателем сейчас можем находиться. Сейчас бы я должен был получить именно тот самый момент, о котором вот наверняка уже кто-то написал в комментариях. Ай-яй-яй, Миша, как же ты играешь без противопожарки в бою сейчас на 10 уровне, когда тут столько выжигателей. А все очень просто, смотрите, сейчас вот мы еще один вот этот фугас пришел, все, потушились, пропали. Дальше он потеряет к нам интерес, возможно. Ой, слушайте, а может быть союз вот тут появится? Это надо вот в сторону острова пилить. Тут спокойненько выживаем под фугаса, плюем. Просто пропали из-за света и говорим «до свидания». Кстати, что там союз? А союз может, кстати, получить тут цитадельку. Так что давайте... за бронебоем. Тут вот так вот сейчас поднимусь. Не, попытка была хорошая, но не очень. Не очень удалась. Так, союз. Да нет, мы сейчас сразу ему не сделаем. Давайте вот сюда вот, по Кремлю. Девять один один вызывает Кремль.
Ну, могу его только понять. Сейчас мы, в общем-то, знаете, вот в чем преимущество еще полубронебойок. Видите, вынос вполне себе неплохо получается раздавать линкором. И Союз на это рассчитывает, и Кремль. То есть сейчас мы, в общем-то, благодаря этому мы спокойненько избавимся от потенциально опасных противников. То есть, может быть, не смертельный урон сразу с цитаделем будет. Ах, то есть, у него же бронепояс, ему нужно по палубе бить. Забыл. Пардоньте. Тут это я уже прицелился не туда, куда надо было. Ямато, ты, пожалуйста. Ну, зря ты так пошел. Ой, ведь ты один в клещи лезешь. Так, Кремль меня пока не ведет. А это опять спрятался, смотрите. Ну ладно, давайте так, по Кремлю, по надстройкам. Будем потихонечку давать тот самый урон, в который мог бы он, по идее, пережить, если бы мы работали, ну, если бы мы работали вот бронебойками. К сожалению, и Кремль, и Союз — это очень бронированные цели. Это стоит иметь в виду. То есть мы сейчас играем реально на хард-моде. То есть миллиметр не в ту сторону, и наши снаряды летят, можно сказать, в молоко. Миллиметр в ту сторону... Не, он 5 не пробитие. Миллиметр в ту сторону, то есть как по Кремлю было, минус десятка. Так, давайте добьем его. Все, шикарно. Поддержка. Идем теперь вперед. Так, эсминец пропал свет, так что, скорее всего, вот мне вот как-нибудь вот тут торпедки на мое упреждение были даны. Мне это не очень нравится. Так что давайте поменяем направление хода. Тем более, что Кремль пошел вперед. Придется потратить свой залп в огнюху. Ибо Ямато имеет все риски отправиться в порт. А мне это что-то как-то совсем, знаете, не улыбается. Перспектива потом с огнюхой один на один разбираться. Кто там, кто кому, зачем, почему. Серьезно, что ли? Ура! Это победа! Я как сказал в самом начале, что, друзья, стоит Марко Поло воспринимать именно как корабль поддержки. Да, у него есть своего рода недостатки. Но, в принципе, с ними уживаться можно. Главное, четко представлять список его преимуществ и в бою по полной ими пользоваться. Я надеюсь, что после этого сражения вы примерно поняли, в чем его основные преимущества, и сможете сами в бою их использовать. К сожалению, сегодня хоть и первый день продажи Марко Поло, а видосик выйдет в релиз только завтра, я уже вижу много Марко Поло, которые играют совсем не по той тактике, в которой он силен. Поэтому я очень надеюсь, что все ребята, которые сейчас на нем играют неправильно, и, скорее всего, захотят написать комментарий под этим видео про то, что я какой-нибудь там продажный блогер и рекламирую,
рекомендую, рекламирую говно. Они просто посмотрят это видео, поймут, где они делали ошибки и смогут в своих боях исправиться, потому что Марко Поло — это действительно достойный аппарат. Это мое личное мнение, с ним вы можете спорить. И если у вас есть контраргументы, обязательно пишите их в комментариях. Ну а на этом закругляюсь. Большое спасибо всем за просмотр, за то, что досмотрели до конца. Пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь на канал, если видео вам было полезно и интересно. Ваша активность помогает продвижению моих видео. Ну а чем больше подписок, тем ближе большой розыгрыш на юбилейные 100 000 на канале. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.